Яйца снесли, да ну нафиг, покажи. Вот он интерес проявляет вообще сильно к кабанам. Поверьте. Такой инцидент. Ну, естественно, кто здесь работал, не смог кошку вытащить. Сейчас покажем. Вот покажу. Я вытащу кошку. Погиб, это наш был лучший крысолов, он уже 2 недели здесь ловил нам крыс, каждый день приходил, затаивался под низ вольеров и выслеживал крыс и ловил их. Но крысы оказались умнее одной кошки, они сколотили банду, и по камерам наблюдения видно, как она там в углу сидела, скорее всего заманили крысу ее сюда. И вот волки убили, ее убила фурия по камерам, это тоже вставлю кусочек. Вот, кота никто не мог вытащить, они его не едят, вот просто задушили, кот реально был здоровый, я не знаю, посмотрите, вот он, котяра, жалко его, не знаю, килограмм, наверное, 7-8 он весит, он здоровый просто, как моя гантеля, сейчас надо его убрать отсюда.
Дорогие друзья, очень холодно, если честно, я замерз. Я просил человека, кто-то отсадить Балта и Оскара, потому что они с тайгой очень сильно дрались. Тайга, привет, привет, моя зайка. Этот кто-то не хочет, да? Привет, все, все, тихо. Мы сена еще, ну, сена я отсадил, потому что он сильно передрался опять с Луйкой. И у него опухла морда его. Надеюсь, с ним все нормально. Что не было возможности вообще ничего сделать. Ой-ой-ой, Синай. Нормально. Морда поправила. Вот шрам будет, еще один на морду. Весь шрамок, да, боец? Что у нас, лордик, где-то он сломал, сказал. Замок? Это ладно, ничего страшного. Да, оставить такое в парке очень тяжело. Ага. Смотри, Лёшки какие, как от дикого зверя. Четыре Лёшки, вот они здесь спали. Пойдем дальше. Смотрите на светлого. Вот они у нас, гиганты парка. Здоровяки. Мини-обход, мини-обзор. Посмотри, какие они здоровые. Они собаки уже размером огромные. Привет, привет. Салам. Ничего, давайте, иди сюда. Иди сюда, ты. Иди сюда. Иди, иди ко мне. Хвостиком маш. Смотри, хвостиком маш. Иди ко мне. Ну что ты? Ну иди сюда. Эверес. Там петух орёт. Слышал? Иди сюда. Не хочу, смотри. Еды нет, скажи, да? О! Капец, он огромный стан. Ну там, смотри, синий разгуляли. Брось открыть. Ну что вы орете? Кто? Кто тут? Смотри, этот как петух вырос. Второй петух огромный просто. Видишь, тут смотри, все запотевает, надо этот делать срочно. Сейчас займусь этим. Чтоб глядя уходила. Кто из них заорал? Он тот? Дальний джокер.
Джокер, какой ты красивый. Ну, два петуха нельзя. Яйца не несете еще? Яйца снесли, да ну нафиг, покажи. Эмоции у меня, конечно, зашкаливают. Ну-ка, яичко. Да, я возьму первое яйцо. Вон второе яйцо, да ну. Что-то они не хотят нести, слышишь? Вон, второе яйцо, третье. Да ну нафиг, кто его снестись начал? Вот, четвертое яйцо, смотри. Офигеть, как мы заглянули вовремя, слышишь? Охренеть яиц. Ой, кто здесь был, получит у меня по щам. Я же ему говорил, смотри, смотри, сколько яиц. Вот это плоды. Вот это... А, вон, да ну нафиг, сколько яиц, обалдеть. Смотри. Вот там еще яйца, 6 штук. Обалдеть. Вот там несутся. Обалдеть. Просто, это что такое? Офигеть. Круто, вот очень. Подарочки на Новый год. Молодцы, курочки, молодцы. Так, блин, сейчас карман. У тебя большой карман, дайте, поножусь. У нас должно было здесь шурудиться все, но... О, никто не шурудил. Яиц почему-то, подскажите, дорогие друзья, кто шарит, кто знает, что с этим делать, почему яйца вот здесь, где попало, несутся. Скорее всего, им не нравится, да? Так, им не нравится, наверное, что-то здесь. Сейчас мы. Поэтому, у кого есть какие варианты, почему они так несутся, говорите. Будем делать, как вы скажете. Я в этом не разбираюсь. Поэтому, если вы в этом разбираетесь, добро пожаловать, welcome. Так, ну, наверное, все. Если что-то найдем. Ну что, первые яйца дадим попробовать кабанам. Иди сюда, иди сюда, на. На. Молодцы, Юрич, хорош, хорош. Ты резких движений не делай, я тебя знаю. Просто пальцы в один миг могу сломать, вот так раз. Видишь, воробьи подлетают, все за них подъедает. Их не кал, вот это все, и поэтому здесь, да. Поэтому здесь не будет такой прям вони, грязи, тут очень много птиц. Утром птиц очень много прилетает, помогает им съедать. Ну и зерно тоже они едят, птицы. Не бойся, не бойся, стола, он запрыганный. Ну, куленок у нас сбежал. Вот с этого. Сейчас вот сразу кабанам, он, видите, подбегает. Кабаны уже огромные стали. Молодец, акула, молодец. Сейчас попробую его замерить в холке. У них было день рождения 24 декабря. Вот надо взвесить и замерить холки. Ну, по очереди буду постоянно вот снимать, замерять. Но он рослый, рослый кабель. Кто там? Акула, кто там? Кто там? Молодец, молодец, умница, умница. Хорошо, молодец. Вот он интерес проявляет вообще сильно кабанам. Ну, кабанов еще не встречали в дикой природе, но... Лосей, конечно, он прям с удовольствием. Хорошо, хорошо, акула, молодец. Ну, вот так вот они бывают, выбегут, вот так пооблаивают их за решеткой. Видите, какие они здоровые кабаны уже. Не меньше акулы, тоже огромные. Сейчас мы тебя в холке замерим, акула. Сейчас пойду этих закрою. Вон павлины сидят, там курицы, вон. Надо закрыть сейчас.